Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем проходить игрушку под названием Mars Horizon. Продолжаем мы с вами выполнять задания за СССР. Для тех, кто не смотрел первую часть прохождения данной игрушки, ссылочка в описании на первую серию. В первой серии мы с вами совершили первый прорыв в истории человечества, ну, как полагается, СССР. То есть мы запустили первый искусственный спутник Земли и впервые запустили вообще ракету в космос. Такс, ну что же, в этой серии мы с вами будем отправлять первого человека в космос и, конечно же, первых животных в космос. Такс, давайте посмотрим, что у нас по исследованию. У нас исследуется постройка, площадка для испытания ракет. Ага, хорошо. Так, ну, по-моему, в дальнейшем, чтобы нам запустить первого человека в космос, Юру Гагарина, нам нужно будет исследовать вот такие компоненты. То есть это у нас компоненты ускорители и верхние ступени ракеты «Восток». Можно, конечно, исследовать «Циклон», но мы, наверное, будем делать все по историческим фактам. Так, хорошо. Ну что же, давайте тогда... Что у нас еще по заданиям? Подожди, по запросам. Испытательный запуск, аэрофотографическая съемка. Ну, наверное, пока не будем это брать. Так, опасения по поводу искусственного спутника. А чего мы боимся? Глобальную угрозу? И что вы хотите? Чтобы я поделился научными данными? Нет, извините. Я не буду их раскрывать. Исследования. Такс, ну что же, давайте посмотрим. Ускоритель «Восток». Ставим в исследование. А верхние ступени мы не можем исследовать. Нам, наверное, нужно будет исследовать какую-нибудь из вот этих ступеней. Scout, либо Able. Так, база. Можем расширить базу. Так, площадка для испытания ракет. Финансы нам пока позволяют. У нас пусковая площадка. Минус 3% к стоимости создания ракеты. Так, здесь у нас что будет? Надежность запуска. Надежность запуска. Ну, давайте, да, построим здесь. Так, и пропускаем время. Так, ускоритель у нас исследован. Верхняя ступень скаут. Следующий месяц. Отлично, скаут, по-моему, тоже исследован. И верхнюю ступень восток исследуем. И тогда мы что у нас по заданиям? Первый человек в космосе, животное в космосе. Спутник 2... Спутник 2. А, вот, нам нужно еще следовать миссию. Хорошо. Я понял. Отлично. И миссии. Миссия «Животное в космосе». Сколько там? 3 месяца, да? 58-й год. Так, мы пока первые. Испытательный запуск, искусственный спутник. Мы первые в космосе с вами, ребята. Следующий месяц. Космическая гонка. И что они хотят? Первый человек в космосе. Да, мы заявим, что мы победим и будем первыми. Отлично. Исследование завершено. Полезная нагрузка спутник 2. Так. Нам нужно, да. Так, 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 так. Давайте быстрее, быстрее еще. Еще быстрее. Так, хорошо. А, дискуссия по открытому небу. Да, конечно же, поддержим этот договор. Что же, мы свободный доступ в космос, мы не будем делить его, да, конечно. Так, еще быстрее, спутник завершен. И что же у нас там по миссиям? Первое животное в космосе. Спланируем миссию, нам нужна полезная нагрузка. Так, 250 тысяч, спутник 2. Создать... Так, отправляем ее, значит, на это самое, на разработку, исследование. Человек в космосе, да, конечно же, ставим
сразу это событие. Так, отключение электричества. Что-то пошло не так. Заменяем компонент. Не будем рисковать с этим. Наши миссии должны проходить без провала. Спутник 2 завершен. Белка-стрелка сейчас у нас будут отправляться в космос. Так, спроектировать новую ракету. Верхняя ступень. Что у нас по надежности? Спутник R7. Надежность 31%. 87 тысяч у нас будет стоить. 24%. Юпитер 97 тысяч. А почему бы нам не запустить Восток? Он, правда, конечно, зараза, дорогой. Давайте оставим, нет, для человека. А вот Юпитер, значит, давайте. И ускоритель тоже Юпитер. Выбираем. Время постройки 6 месяцев. Имя. А, ну, давайте. Белка-стрелка, почему нет? Белка и стрелка, да. Подтверждаем. Все, пошло строительство, 6 месяцев. А, так, поддержать НЛО лихорадка. Поддержим домыслы. Кстати, да, поддержка очень огромная идет к нам. А, что у нас там по... Кто у нас там в космос устремился вперед? Я что-то не понял. Не понял, почему европейские... Космическое агентство? Что они запустили? Подожди, мне интересно знать. А, наверное, скорее всего, искусственный спутник, я думаю. Вторыми. Ладно. ЕКА достигает лунной орбиты. Ну что же, похвалим. Похвалим достижения. Молодцы. Но нам не до Луны, мы будем сейчас первыми в космосе. Как это было, в принципе, по-настоящему. Так, далее. Подготовка к запуску. Белка и стрелка. Беспилотная миссия. Обучение. Так, надежность запуска. Дата запуска. Февраль. Март. Март, наверное, более благоприятен. Подожди, а кто у нас там? Никто? Стремляется в марте? Какие запуски еще у кого планируются? Я буду вторым. Подожди, стой. Выбрать дату. Корея запускает тоже животных? Или что? Не понял. Ладно, хорошо. Давайте выберем март. Подтверждаем конфигурацию. Так, ну что же, исследование. Исследование. Полезная нагрузка «Восток». И, по-моему, сейчас будет запуск. А, мы будем вторыми все-таки, да? То есть Северная Корея уже запустила ракету с первыми животными. Ну, ладно, здесь я, конечно, немножко не преуспел. Вероятность успешного запуска 88%. 4, 3, 2, 1. Ну что же, ракета пошла. Надеюсь, ничего с ней не случится, как у меня было ранее. Впервые я потерял, да, при первом запуске ракеты. У меня произошел какой-то сбой. 98%. Ого, нифига себе. Это просто офигенно. Вот это достижение. Так, ну что же, животное в космосе. Март 60-го года. Ровно год остается до запуска первого человека в космос. Так, нам нужно собрать. Значит, у нас, так как у нас удачная миссия, мы уже один компонент собрали. Связь собрали, и нам нужно 2 очка данных собрать. Что мы будем делать? На это мы, конечно же, потратим, скорее всего, в принципе, можно связь превратить, то есть энергию в связь и одну энергию связь в 3 данных. Подтверждаем. Тест. Отлично. И отбор проб атмосферы. На высоте. На высоте, в принципе, можно завершать задачу. Да, миссия прошла удачно.
Это здорово. Миссия выполнена. Так, ну что же. Смотрим, что у нас там. Животные в космосе. Да, мы, к сожалению, вторые. Съемка со спутника. Запросы. Наблюдение за солнечным ветром. Испытательный запуск. Взятие образцов атмосферы. Нет, пока нам это не нужно. Так, съемка со спутника. Наблюдательный спутник. Человек в космосе. Так, у нас компонент Востока исследуется, в принципе, и... Так. Давайте-ка. А у нас есть учебный центр? Вот, кстати, насчет этого. У нас, по-моему, нету учебного центра. Восток завершен. Как мы будем отправлять первого человека в космос? У нас же нету, подожди. Центр управления полетами. Стой. Давай-ка сейчас быстро проверим. Человек в космосе. Все, нет. Все замечательно, мы можем планировать эту миссию. Ну что же, человек в космосе. Выбираем полезную нагрузку. Восток. Создаем. 3 месяца до постройки. Исследование. Так. Учебный центр. Нам нужен учебный центр, блин, вот я и говорю. Так. Ну что же, берем исследовательскую станцию тоже. Так. Центр управления полетами. Как можно быстрее. Так, я понимаю, что ракета уже построена, в принципе. Мы спроектировали, вернее, ее. Так, Восток. Выбираем ускоритель. Ай-яй-яй-яй-яй. Нам стартовая площадка нужна. Большая стартовая площадка. Да, подтверждаю. Выходим. Так, база. И расширяемся. Так, исследовательская лаборатория. Так... Давайте здесь ее ставим. Так, хорошо, я понял. Быстрее еще. Так, текущая миссия. Я понял. Давайте до следующего события. До следующего события. База. Расширяем. Главное управление. Центр управления полетами. Ставим. Исследование. Так. Цех. Средняя стартовая площадка. А потом учебный центр. Давайте до следующего события. В смысле? Мы проиграли гонку «Человек в космосе»? Что? То есть Северная Корея опять нас опередила? Да что ты, боже. Да, как все печально. Не успел. Почему так долго идут исследования? Блин. Нам надо, да, нам надо было сначала исследовать все здания. Заявить, что в гонке до Луны мы будем первыми? Да почему нет, да? Так. Учебный центр. Расширяем базу, построим. Так, у нас средняя стартовая площадка. Замечательно. Ну, хотя бы США мы, скорее всего, сейчас с вами перегоним. Как Северной Корее удалось выйти вперед? Есть, завершено. Так, ну что же, давайте посмотрим. Нет, у нас еще... Нет. Следующее событие. Марс 63-го уже. Почему так долго у нас исследуется учебный центр, все прочее? Так, управление астронавтами, исследования. Миссия.
Миссии. Так, многоместный подожди, миссия многоместный аппарат на орбите. Это нам потребуется для запуска человека на Луну потом. Проектировать новую, верхняя. Так, восток. Восток, выбираем. Подтверждаем, строим, построим ракету. Да, поехали. И базу расширяем. Нам нужно учебный центр. Учебный центр. Документальная экскурсия. Да, покажем вам все тут. Давайте, давайте. Мне нужно первого человека в космос запустить. Господи, вы понимаете меня? Так, подготовка к запуску. Все. Быстрее. Экипаж. Так, вот этот товарищ. Давайте наймем его. Управление астронавтами. Так. Агафопус Крючков. Будет он у нас Юрий Гагарин, конечно же. Юрий Гагарин. Отлично. И выбираем. Подтверждаем, обучаем. Так. Дата запуска. Октябрь 64-го года. Боже. Так, ну что же, ладно. Поехали. Следующий месяц. Запуск человека в космос. Да, поехали. Я что-то не заметил. По-моему, мы уже даже третьими будем. Космическую гонку, блин, мы проиграли уже, к сожалению. Ну, ладно, можно, конечно, пойти немножко изменить историю. Исторические факты. Можно быть первыми на Луне, почему нет? Обогнать Нила Армстронга. Обогнать США. Так, запуск прошел успешно, все прекрасно. Прокачали мы с вами наши ракетоносители. Так, собрать три связи. И 5 компонентов навигации. Тест возврата сигнала. Так. Делаем так и вот так. Утверждаем конфигурацию. Успешно. Успешно. Тест возврата сигнала. Успешно. Прекрасно. Так, в принципе, можно отследить местоположение. Можно, да, подтвердить это нам. Ничего больше не нужно и неудачно. Используем одну энергию, исправим это положение. Ну и все, в принципе. Можно возвращать нашего Юрия Гагарина на Землю. Посадочный челнок стремится к Земле, все прекрасно. Отлично. Человек в космосе, простите. Так, только подожди. Человек на орбите. Человек в космосе. Он не засчитался нам? А, то есть, ну понятно, мы даже не на 4-м месте. Но мы как бы завершили эту миссию. Ну что же, ладно. В принципе, ничего страшного. Можно сразу на будущее нанять еще пару экипажей. Артемова. Давайте наймем. Так, управление. Так. Ладно, потом мы этого астронавта переименуем в Терешкову. Ну что же, проиграли мы с вами в этой серии гонку. Блин, космическую. Ну, можно, в принципе, устроить... космическую гонку на Луну, исследование, что у нас многоместный аппарат на орбите, и вот потом мы тогда выход в открытый космос, пилотируемая высадка на Луне, да, в принципе, вот здесь мы можем с вами пойти по этой эпохе развития и перегнать США и остальные страны. Ну что же, если понравилось данное видео, пальчик вверх, всем пока, пока-пока-пока.